Jaz sem Rostislav, imam 11 god. Sad bi morao biti 5, jer to što su me vratili jednu godinu nazad zbog jezika. Ростиславу, в общем-то, на тот момент ему было 9 лет. Я думала о его будущем, я думала о том, как он будет жить, как сложится именно его судьба, потому что, в общем-то, родители должны заботиться об этом. Я приняла такое решение, и мне было очень сложно было его принять, поверьте, потому что это многое. Наставить все и начинать практически с нуля. То есть это достаточно сложно, но мы решили с Ростиславом, что мы сильные, и мы все сможем. Научу японский. Может, ты читаешь манги, может, ты глядишь аниме на японском, па без никакого перевода. Мне се свиђа да дриблем люди, али некад нешто ми то да иде. Да будем футболер, нешто не, али неће. У некој сфери као детектив, нешто веко. Као да сазнаеш ствари. И зашто это, когда обычные люди то не могут? Можешь да сознаешь доста ствари, когда си сам, само да размышляешь и добьешь отговор на то. Я бы хотела да добьем доброе образование, с то, что в овом веку доста битно и да би радио на неком добром месту. Время идет, Ростислав обретает здесь тоже занятия, интересы, возможно, в будущем друзей. То есть то, что мы имеем сегодня, это здорово. А что будет завтра, я сама не знаю.